самовыражение. Если все термины свести по какую-то одну формулу, вот я ее напоследок вам зачитаю так, что я для себя вывел, как вот объединить одновременно и финил, и фобьез, и драмы, и так далее, то это жертвенное служение в представлении благородных характеров для подражания им реальной жизни, выраженных через зрелище посредством действия. Вот что такое театральность. Жертвенное служение ближним людям, показывание благородных характеров для подражания, выражаемое через действие. Вот это и есть театр театральности. Спасибо за внимание.